Всем привет! Вы на канале Гитара с нуля, и я нахожусь в Санкт-Петербурге. Не просто так. Я приехал сюда к вот этому парню. Это Акстар. А знаете почему? Потому что наше предыдущее видео набрало не 30 тысяч лайков, а 50, 60 или даже 70. Сегодня очень крутая идея. Помимо того, что мы, как в прошлом ролике, будем подходить и просить у людей гитару, также мы придумали еще новый розыгрыш с вашим участием. Просто представьте, стоит, играет уличный музыкант, у него там несколько человек его слушает, и тут подхожу я, прошу у него гитару. Или я. Да. Начинаю играть очень хреново, и в этот момент собирается вокруг нас огромная толпа наших подписчиков и начинает радоваться, поддерживать, таки дать деньги. Смотрим в этот момент на реакцию уличного музыканта, он там, не знаю, что, какая у него реакция даже будет. Мы отдаем ему гитару обратно, он начинает петь. И когда он играет хорошо, как раз по команде наша... Вся наша толпа расходится, и он остается в одиночестве. Блин, идея очень крутая в голове. Кстати, если бы вы были подписаны на инстаграм Рома, вы могли бы принять участие в такой движухе вместе с нами. Вторая часть продолжения на моем канале по ссылочке в описании. Смотрите, там тоже очень крутые реакции. Ну и давай опять с лайками. Сколько? Давай в этот раз 50 тысяч лайков. Если мы наберем 50 тысяч лайков, то мы сделаем еще одну третью часть. Получится также очень круто. В общем, все, приятного просмотра. Погнали. Ребят, привет! Можно сыграть? Давай, да можно, конечно, сейчас мы начнем. Серый! Не, ну можно я сыграю и спою? Я хорошо играю. Точно? Да. Ну я попробую. Можно? А кто? А кто? Чья гитара? Не, на моей не нужно. Не, на твоей. Да я попробую, я нормально играю. Чувствуешь? Съебанное уже все. Да пойдет. Можно? Я попробую. Не строит совсем? Твоя? Можно? Ну что, заходим тогда, чтобы было нормально. Да, давай. А, ну включи, во, вот тут. Можно тебе на 5 секунд? А тут звучит? Звучит все? Мне нужна тебе подсказка. Один микрофон. О, какой прикольный, голубенький. Ух ты, раз. А что играем? Авторская или кавер? Сижу и смотрю чужое небо и чужого окна. И не вижу ни одного сна. О, блин, май звезд. Блин. Все, давай, до свидания, не, серьезно. Можешь нормально петь? А? Подожди, подожди, вот это что такое? Подожди. Ты сможешь нормально спеть? Если? Сможешь нормально спеть, братан. Если так будешь... Подожди, петь, ты подержи вот здесь. Ничего ты ему держи. Ну подержи, пожалуйста. Давай я подержу. Ну, как тебя зовут? Давай я подержу. Ну вот смотри. Вот так, попробуй, подержи. Как? Вот так. Она просто перевешивает, да, мне да, тяжело. Да, вот. Ну давай, давай, давай. Вот, смотри, давай, видишь? Давай, ну-ка. Ой-ой-ой, батарейка. Ой-ой-ой, батарейка. Я тосковал по тебе минуты расставания. Ты возвращалась ко мне. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села
не хотел гитару придержать, просто она перевешивала. Ладно, спасибо, пацаны. Давай. One, two, three. Кстати, там еще обновление новое вышло сейчас. Короче, извини, но я должен рассказать об этом ребятам. Мне уйти, что ли? Ну да. Ну ладно. Только дверь закрой, пожалуйста. Да, я тебе потом расскажу, окей? И не подслушивай. Ага, я все понял. Короче, я только что подслушал Пашу. Оказывается, приложение Тимбро на днях обновили. Давайте я вам об этом тоже расскажу. Ребят, я думаю, многие из вас и так знают, что приложение Тимбро для обучения игры на гитаре. С ним ты учишься прямо на гитаре, выполняя различные упражнения и разучивая разные песни. Тимбро считывает ноты во время игры, следит за ритмикой и указывает, где конкретно ты ошибаешься. Помимо этого, следит за твоим прогрессом, награждает званиями и достижениями и экономит деньги на репетиторах. Кстати, насчет обновления. Теперь Тимбро может распознавать твой уровень игры и подстраивать курс обучения конкретно под тебя. Если ты новичок, то и упражнения на отработку гаммы аккордов будут простыми. А если ты профи, приложение быстро перейдет с простых упражнений на сложные. Пройти все уровни на отлично – тот еще челлендж. Я думаю, эту фичу многие давно ждали. От себя хочу посоветовать вам два направления – отработка аккордов и отработка гамм. В первом направлении ты научишься быстро переставлять аккорды и аккомпанировать под свой вокал. А с помощью второго ты улучшишь скорость своих пальцев и научишься быстро играть. Не откладывай свое обучение, начни прямо сейчас. Ссылка на Тимбро в описании. Короче, опять большой мужик здоровый, которому страшно идти. И опять на сейфа мы разыгрываем, блин, кто к нему. Круто поет, играет. Не знаю, даст, не даст, но очень круто. Давай, поехали. Вообще народу много, не знаю. Поехали. Давай, на сейфа. Су-е-фа. Су-е-фа. Блин, я пошел. Только не сын родился, давай что-нибудь другое. Брат, как зовут тебя? Антон меня. Круто играешь, Антон. Спасибо. Слушай, можно брат меня на фоне Питера запишет, как я играю? На память. Гитаре? Слушай, ну не караоке здесь. Давай, 300? 300 сразу. Пожалуйста. Не, сейчас нормально все, не переживай. Я прям... Давай. Можно взять? Не, я так попробую руками. Сейчас, я попробую, ребят, я занимался. Давайте. Темно-оранжевый закат. На фоне потресканный домов так хотела рассказать, как... Блин, паре тяжело зажимается, сейчас. Темно-оранжевый закат на фоне потресканный домов. Блин, вот эта струна, можешь подержать струну, пожалуйста? Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас, о, подожди, вот так. Но ты это с кем бы не была ты, я не сдамся без бою, я не сдамся без бою. Что все я не сумею, забудите завчасно. Все ясно, зі мною теперь, и не завжди поздно найди. Это была шутка, братуха. Аплодисменты все, ой, Машко. Смотри себя на ютубе, на канале «Гитара с нуля» или канал «Акстар». Хорошего настроения. Короче, ребят, условия такие. Находим музыканта, если у него немного людей, мы подходим, или я, или Паша, и начинаем играть какую-то
дичь. И вы постепенно начинаете собираться вокруг нас и с таким счастливым лицом смотреть, типа, круто, там можешь подкинуть мелочь, вот. Да. После этого я даю гитару музыканту, и вы все расходитесь. Короче, понятно? Я думаю... Похлопаем все вместе! Если есть порох, дай огня. Вот так. Ребят! Круто играете! Можно вопросик? Извините, вы допели, да, песню? Этот, можно вопросик? У меня у брата сегодня день рождения, хочу ему сам песню, можно сыграть одну? Цена вопроса. Ну, за 300 рублей сможем. За 300? Да? Давайте. Можешь дать? Дожди, даешь гитару? 300 рублей. Окей, спасибо. Вот. А, кстати, мне же спеть. Слушай, а ты сможешь подержать? Я играю, пою. А можешь мне подержать, пожалуйста? Ладно. Ну, вы долго будете играть? Я попробую одну песню. Какую-нибудь. Я очень круто играю. Хорошо. Ты тогда мне сделай микрофон. А, наверное, вот так. Вот так как-нибудь. Вот. Так. Хочешь... Сейчас. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь вслух рассказов длинных? Хочешь я убью... Блин, не, сейчас бью соседей, что мешают спать. О, ребята! Сейчас. Хочешь сладких? Сейчас. А, пожалуйста, не умирай. Или мне придется... Ладно, я припев. Хочешь сладких апельсинов? Блин, классно. Нормально, стена. Блин, нормально же играю, да, ребят? Чё? Ну ладно, ладно. Но сейчас я еще, я просто... Так. Король и шут я люблю. Темный, мрачный коридор. Дорм. Ладно, извини. Блин, просто гитара на самом деле. Мне еще вот звонят. Ну толпу собрал, молодец вообще. Блин, ну зато ладно. Да, извинитки. Давай, ну, а ну спойте, а вы можете вот это киша сыграть? Темный мрачный, как она поется? Темный мрачный коридор, я на цыпочках как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не судили. Ладно, пошли. Ребят, на самом деле, ну как тебя зовут? Дарья. Даша. На самом деле, это была шутка, прикол. Это все наши. Ребят, подходите все. Это все наши, ребят. Подходите быстрее, на самом деле. Тебя как зовут? Дима, на самом деле вы нормально играете, все, это, короче, это такой пранк, но денежки можете оставить себе, так что спасибо. Спасибо все. Вам за участие. Хорошего настроения, спасибо на участие. Надеюсь, это, тебе понравилось? Настроение не испортилось? Настроение не испортилось, но вы улыбаетесь, самое главное. А поаплодисменты, знаете, Дарья? Нормально, да. Неудачи, пожелаем неудачи. Ha 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 ha
Братуха, родился сын, дай спеть одну песню. Спеть могу я и сам. Ну, пожалуйста, заплачу 500 рублей. Одну песню отдохнешь, кофе попьешь. Что за песня? Ну, какую-нибудь роковую попробую, Цоя что-нибудь. Хочешь, восьмиклассницу попробую? Витя, Цой, мы тебя любим и помним. Нормально спать? Да, да. Витя, Цой. Нет, нормально. 1000. У нас тут приходил... Ладно, 1000. Ладно, 1000 рублей. Блин, это много. Ну, ладно. За такое дело. Давай, ну... Стойку. Я тебе другой микрофон дам. Давай, хорошо. Этот я гитару можешь дать? Сам. А ты на гитаре помочу? Ну а как, я ж конечно, да. Давай, хорошо. Тебе дам другой. Давай, давай, братух, снимай. Вешай. Сейчас будет что-то невероятное. О, у человека родился сын. Поздравим. У меня сын. Как зовут-то сына? Саня. Саня. Раз. О, о, прикольно. Хотя было я прикольно. Блин, барре-то. Пустынной улице вдвоем стоим. Мы идем, и я курю, а ты конфетки. Ты, подожди, ты можешь? Ты просто криво играешь, мне тяжело потом. Светят фонари. Подожди, подожди. Блин! Сейчас, подожди, я другу. Сейчас, подожди. Фу! Снимай! Дай. Не, подожди, подожди. Ну подожди, ну подожди, ну блин, тяжело. Ладно, да, я дай другую. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через серые провода в небо только мне мучиться. Тучкой маленькой я вернусь и на твоим крохотным домиком раз. Разрыдаюсь косым дождем. Все, знаешь, я так соскучился. Спасибо. Братуха, привет. Слушай, приехали в Москву. Как тебя зовут? Москву. Ой, приехали из Москвы. Как тебя зовут? Дима зовут. Димон, мой братуха, он очень круто играет. Можно на гитаре он сыграет? Да. Две минутки. Я только начал. Ну, только начал, ну, вот именно, что не только начал, мы сейчас попробуем. Можно? Три минутки за 200 рублей. Я хочу сфоткать его на фоне Питера. Сразу, пока еще никаких это, давай. Не в деньгах же делать. 500 рублей. Вот. Ну, слушай, я еще не отчекался, поэтому... Не отчекался, но нормально. Ну, нормально, он сейчас, смотри, сейчас он долбанет звучит. Нормально, кстати. Давай, братан. Будешь петь? Не, я не умею. Что? Только играю. Это Гарри Поттер. Могу вот еще это. Вообще не бывает такого, чтобы вот так вот...
посечку на руку. Так, что-нибудь. Блин, круто! Круто, браток, вообще. Офигенно! Спасибо, спасибо, браток. Людям тяжелее, наверное. Спасибо. Ну, вроде нравится. Вроде нравится. Ну, очень ладно. Странно. Но... Спасибо большое. Просто реально хотел поиграть, ну все. Спасибо. Спасибо. Давай! Посмотри, толпу собрал. Ой, мама! С девочек с глазами сам. Серьезно? Настолько все плохо? Кто просил выхода нет? Выхода нет! Первый ушел. Что происходит? Братуха! Ребята, аплодисменты! Это был розыгрыш! Подойдите все, на самом деле, все это наша толпа. Это, я не знаю... Это очень странно, на самом деле. Все нормально! Просто шок. Нет, ты классно играешь, все хорошо. На самом деле, все хорошо, да, не переживай. Мы специально все подстроили. Все, вот. Все, ладно. Спасибо тебе за участие. Спасибо. Спасибо, аплодисменты дайте, ребят! Ребят, если вам понравилось, давайте соберем 50 тысяч лайков, и тогда мы снимем третью часть такого видео. А продолжение на моем канале, вторая часть вот этого видео, по ссылочке в описании канала Акстар, вы все с нами знаете. Да, подписывайтесь на каналчик, заодно подписывайтесь на Инстаграм, если хотите участвовать в таких видосах. Ну и, надеюсь, мы с вами и вот в этой компании еще увидимся. Пока.